Супружеская пара Сманцер стояла в очереди на получение квартиры с 1991 года. За это время пришлось жить и в бараке, и на летней даче, и даже в бане на чужом садовом участке. Сегодня семья из 7 человек ютится у родственников. Жилья своего нет у нас. Мы живем сейчас, у меня сейчас муж после инсульта. С декабря месяца. У нас его племянница. Как отца приютила. А дочка так и с детьми, и старший еще внук с нами тоже. А дочка так и живут на даче в бане. Так и продолжает, потому что жить больше негде нам. В жилом фонде городского поселения Голицыно свободного жилья не было. Учитывая крайне бедственное положение людей, Андрей Иванов принял решение выделить этой семье из муниципального районного фонда квартиру в городе Одинцово. Предлагаю вам тогда в ближайшее время посмотреть, съездить все-таки квартиру. На большой площади, 82 метра, здесь в Одинцово. И если она вас устроит по расположению, по этажности, по тому, что это Одинцово, а не Голицыно, и вы дадите добро, тогда мы начнем эту квартиру вам переоформлять. Да? Вынесем, наверное, на совет. Да, вынесем на совет, передадим в Голицыно, и уже сам Александр Николаевич передаст. И если это произойдет, тогда я еще попрошу его все-таки оказать вам посильную помощь с ремонтом. В ближайшее время семье покажут предлагаемую квартиру. Если, а точнее, когда люди согласятся на этот вариант, начнется процесс окончательного оформления документов. Конечно, почувствовала облегчение. Облегчение, столь долго, как говорится, ожидание, действительно почувствовалось облегчение. Ну, естественно, что говорю, как будто радость на душе такая действительно. На личный прием к главе района можно записаться по телефону 8 495 599 15 18 через инфомат в здании администрации или с помощью письма на электронную почту. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».